Привет всем, с вами Хомиш, и сегодня я поделюсь способом, как же дешевле покупать голду и технику в премиум-магазине. Метод на самом деле простой и не особо замысловатый, но желательно все же иметь карточку банка, а не всякие онлайн-кошельки. Сразу отмечу, нашел такую лазейку не я, а мне подсказали, но я решил сделать видео, так как все-таки есть какая-то аудитория. И возможно, я, конечно, иду на какие-то риски, но я считаю, что нужно с вами поделиться подобным методом, ведь премы стали действительно дорогие, и даже то, что курс был зафиксирован на 55 рублей к 1 доллару, все равно как-то эту ситуацию не особо поменяло. И все равно премы уже не стоят тех денег, которые они стоили раньше. Поэтому в любом случае данный метод будет полезен тем, кто хочет как-то сэкономить на покупках в нашей с вами игре. В чем же заключается смысл и как так происходит, что мы можем купить еще дешевле? Для примера, переходим в прем-магазин и смотрим на цены, которые сейчас у нас имеются, ну и естественно на товары. Вот, например, обыкновенный ПЗ-58 МУЦ за 1700 рублей. Это, в принципе, нормально, но все равно немного дороговато. Опускаемся в самую нижнюю часть прем-магазина и выбираем раздел, где написано «Страна». Меняем страну на Казахстан, и что мы видим? 6300 тенге за такой же самый ПЗ-58 МУЦ. То есть, по сути, это должно быть эквивалентно той же сумме, что и в рублях. Но нет, 6300 тенге это 1360 рублей. То есть, получается экономия более 300 рублей. И так практически с каждым товаром. А все потому, что тенге стал намного дешевле, чем рубль. И даже в соотношении рубля к тенге все равно получается, мы выигрываем на покупках. Хорошо это или плохо, пока что сказать нельзя, но в любом случае, если такой метод есть, то желательно им пользоваться, особенно если вы часто покупаете товары в прем-магазине. Не знаю, конечно, как это будет работать с другими платежными системами, но с обыкновенной российской банковской карточкой все получается успешно, и вы экономите, не теряя лишних денег. Желательно, конечно, придать как можно больше огласки данный ролик, чтобы все-таки как можно больше людей узнало о том, как экономить у нас в прем-магазине. Закроет ли Wargaming эту штуку, пока что не ясно. Если, конечно, много людей начнет так делать, то может быть и закроют. Но я не думаю, что это какие-то серьезные убытки, ведь с Казахстана люди покупали и Wargaming не жаловался. Поэтому я думаю, что не так критичен данный метод и, в принципе, все должно быть хорошо. Ну а я на этом заканчиваю и надеюсь, что как-то вам помог. Если вы довольны данным методом, либо у вас все получилось, то, конечно же, ставьте лайк. А также пишите комментарии и какие-то вопросы. Я постараюсь ответить и уделить внимание всем. Ну и не забывайте подписаться на мой канал. Удачи вам, успехов и до новых встреч!